Начиная новое дело, всегда волнуешься. Это тот самый случай, когда ведь не знаешь точно, как пойдет. Может быть, детищу твоему суждено стать, ну, настоящей бомбой, взрывом, революцией. А может быть, оно и пройдет незамеченным. И окажется, что выпустишь несколько номеров, и все. Первый медицинский канал и издательство «Медиасфера» представили первый номер нового журнала «Non-Nosary», который уже обрел своих первых читателей. Журнал, который я сегодня держала в руках, он для терапевтов, такого как я, на участке, в стационаре, где много науки, есть наука, но много клиники, патогенез, этиология заболевания, лечение, ситуационные задачи. В общем, супер. То, что мы ждали. С высоты моих практически 50 лет работы во врачевании, я считаю этот журнал глотком свежего, чистого воздуха. Мне очень понравилось содержание в том плане, что это действительно реальная помощь практическому врачу. Просто бесподобно. Во-первых, ну, сразу же мы клюем на автора, на Илью Вадимовича. Я думаю, это 99,9% успеха. Здесь много клинических примеров, именно как бы рекомендаций к практической деятельности. И я просто счастлива, что являюсь обладателем первого номера. Спасибо вам. Интересные клинические разборы и совершенно находка – литературный диагноз. То есть мы так много медицины встречаем в литературе, в искусстве, и очень мало информации об этом, а здесь это есть. Илья Владимирович, я вам хочу сказать огромное спасибо, что наконец-то на нашем терапевтическом столе появился тот журнал, которым мы будем пользоваться ежедневно. Насколько он полезен, мне кажется, конечно же, каждый будет решать для себя сам. Я не сомневаюсь, что вот лично для меня он не просто полезен, но и необходим. Когда мы задумали этот журнал, главной идеей была работа врачей. Завтрашний рабочий день. Все то, что мы будем делать, будет направлено только на одного человека, на врача-практика. Этот журнал будет о взаимодействии с больными. Я очень надеюсь, что ему предстоит большая, яркая жизнь.